Всем привет. Ехал я вчера, ну и сегодня, впервые в жизни в поезде. Да, вот такой вот я человек. А 2 года назад впервые в самолете летал, да, в свои 28 лет. В свои 30 лет впервые в поезде. А всегда, как бы, летаю на самолете, да, последнее время по делам. Но что-то слишком обратный билет из Новосибирска был дорогой, поэтому решил обратно поехать на поезде. Вот, ехал в поезде сутки во время очередной поездки, да, по здоровью. Вот, в ближайшие пару месяцев мне, к сожалению, предстоит еще 3 поездки таких в разные регионы, да. Сука, это будет, получается, 6 поездок в другие области нашей страны, да, за 6, блядь, месяцев. Я, конечно, всегда хотел путешествовать, да. Но, естественно, не таким образом. И вот хочется иногда спросить у судьбы, вот почему так-то? Вот, видимо, слишком я охуенно жил, да, жизнью свободного, умного, прозревшего во многих сферах мудрого мужчины, да, что судьба такая, а ты не охуел ли? А? Давай-ка, как бы, для жизненного баланса, да, с остальными людьми, тебе вот самое важное в твоей жизни, да, расхуярим в хлам, да, твое здоровье. Вот, давай попробуем. Кто-то вот без мозгов, да, родился, а ты считай, и с мозгами, и внешне ничего так. А не дохуляли, да, тебе будет. И здоровье по всем фронтам посыпалось, да так, что даже вот в 80 лет у многих куда меньше болезней, чем у меня зожника, который не пьет, не курит, да. Ну, к сожалению, с плохой генетикой, которая от меня совсем не зависит. Вот. Ездил я там, делал определенную процедуру. Вот. Проверял желчь. Трубку такую вставляют. Ну, вот сюда поставлю фотку. 2-часовая процедура. Ну, такая себе, я вам скажу. Если кто-то делал, напишите в комментах. Есть у меня, к сожалению, последнее время подозрение на еще одну болезнь, буквально совсем пару недель назад подозревать начал на аутоиммунное заболевание. Но ладно, не буду сейчас об этом, немного поныл, да, выговорился. Так вот, когда сутки едешь и интернета почти нету, в поезде нету интернета практически, вот, то начинаешь, ну, рано или поздно, да, так или иначе, вспоминать разные периоды своей жизни. И вот почему-то мне вспомнилось вчера, как вот тёлочки, да, называют свои пёзды. Вот это поворот! Почему мне это вспомнилось? Ну, может быть, потому что уже дней 5-6 у меня секса не было, и поэтому, возможно, как бы уже начали появляться вот такие мысли в большем количестве, да. И вот вспомнил я, как одна моя любовница, вы все знаете, я про нее рассказывал, с которой вот это было последнее мое расставание, вот, с которой я аж 2,5 года, да, ну, встречался чисто для секса, для общения, вот, она называла свою дырочку, да, угадайте как, угадайте, вот, поставь на паузу и напиши в комментариях, давай, напиши. Все, написал, молодец, красавчик. Так вот, она называла ее, ну, по-разному. Обычно, ну, в 3 вариантах, да. Первый вариант. Очень часто она говорила Писюша. Писюша. Второй вариант, который тоже часто выходил из ее рта, это Кисуня. Моя Кисуня, вот так она говорила. И самое, наверное, часто это она говорила Кисонька. Ой, пиздец. Ну, это с одной стороны, конечно, прикольно, да. Ну, послушай, да. Ну, смешно даже, да. Нет. Ну, вот как вам такое? Вот, и причем делала она это не в прикол, да, а вот, ну, реально, вот реально, с такой любовью, да,
с таким трепетом, да, вот с такой нежностью. Будто бы она там говорила, я не знаю, о самом дорогом там любимом ребеночке, да, своем, например. И как бы, ну, неудивительно, да? Ведь она еще к тому же и рассуждала, как бы, что мужик там дохуя всего должен. А она такая девочка, да, она должна только дарить любовь. Вот, а она как цветочек, который, за которым нужно ухаживать, и она будет взамен отдавать свою энергию. Ну, мы с ней разговаривали, на счет она всегда обижалась. Но, благо, она была такая довольно мягкая, да? Ну, потому что я люблю мягких девушек. Вот. И поэтому, как бы, меня ей не удавалось переубедить в своем мнении, да? И более того, с такими вот рассуждениями, да, что типа, ну, мужчина и женщина, как бы, мужчина все должен, да, там работать, там у него, как она говорила, 30 годам должна быть квартира, машина. Я там спрашивал, а у тебя? Она такая, ну я же девочка. И причем она действительно так рассуждает, и я когда начинал объяснять, она просто не понимала. Ну, просто она действительно не понимала. Это не было какой-то хитростью. Она действительно не понимала. Вот ее так мать с детства воспитывала. И она действительно не понимала, что я говорю, а что, мужчина не человек, да? Почему ты можешь там к 30 годам без квартиры, машины, а он не может, да? Она такая, ну он же мужчина. Он же мужик. Она прям, ну реально искренне удивлялась. Я говорю, а ты что? А вы... Представь, вы просто два одинаковых человека, я и так объяснял. Он человек, ты человек. Чем вы отличаетесь? Ну и так далее, короче. И как бы с такими рассуждениями, да, переубедить меня, конечно же, у нее не получалось, да. Вот. И более того, что самый такой парадокс, да, но это надо мне отдать должное, она тратила денег на наш досуг намного больше, чем я. Вот, хотя рассуждала, что там мужчина должен там делать подарки и так далее и тому подобное. Вот. Ну, надо ее похвалить, молодец, девчонка такая нежадная была абсолютно. То есть она тратила больше, чем я. Да, всегда, всегда, абсолютно всегда. И это было самим собой разумеющееся. Ну а хули, когда оба таких охуевших, да, то выигрывает обычно тот, кто понимает эту тему и шарит в ней лучше, да, то есть я. И вот насчет ее писечки, да? Вот называя с такой любовью, с такой нежностью, трепетом свою пизду, она ведь подсознательно, я уверен, понимала, что в конечном итоге вся ее вот эта любовь, а это действительно, это было не как в прикол, это действительно, это было не как будто бы она просто там угорает и так далее. Нет, действительно так и есть. Она относилась к ней как к какому-то святому дару, как будто, ну, там, просто вообще, да? И я уверен, подсознательно она понимала, что именно вот эта часть тела ее будет кормить в жизни. Именно благодаря ей и своей классной заднице, а жопа у нее действительно была классная, у меня даже есть фоточки, но, думаю, не стоит это показывать. Ну, хотя там ее лица не видно. Может быть, где-нибудь когда-нибудь покажу. Вот. Вот, кстати, перед этим столом как раз-таки она вот так вот стояла. Ну, ладненько. И вот она, я думаю, понимала, что именно вот эта часть тела, да, которую она называла кисонька, кисуля, да, вот, и своей жопой, она и будет окучивать мужиков и манипулировать ими. И, кстати, такого она себе уже нашла. И сейчас, насколько я знаю, она не работает. То есть, ну, то, что она действительно о чем мечтала. То есть, я помню, с ней созвонился, но это было уже почти в конце, когда она начала слушать всякую хуйню по типу Сатья и еще кого-то, я не помню кто. Ну, могу найти, если кому-то интересно. Вот. И я такой созвонился с ней по WhatsApp, да, по видеосвязи, что-то там пообщались. И она мне показывает на холодильнике, она с родителями жила, что, короче, вот так на весь холодильник она приклеила на магнит, называется марафон желаний, карта желаний, ну что-то такое. То есть тут у нее машина, тут мужчина с цветами, тут там поездки, тут это. Ну, знаете, такую хуйню. Напишите в комментариях, кто видел у своих знакомых что-то подобное.
И вы спросите, а ну если там кисуля, кисуня, кисонька, там, писюша, да, вот, я считаю, ну, это не совсем адекватно. Пусть это меня так не бесит, да, но что-то это, ну, явно какая-то хуйня. И вы скажете, а как тогда называть, да? Ну вот, лично я, как тогда называть дырку, да? Между ног у женщины. Но вот лично я называю всегда пизда. Чего, блядь? То есть простое слово, такое хорошее слово, и причем, ну, как мне кажется, оно не оскорбительное вообще. Пизда, 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 пизда. Там, покажи пизду, там, и так далее. Вот. Ну, конечно, девчонки некоторые, им на самом деле нравится, потому что это в миллион раз будет лучше, чем если такой романтик, он такой даже боится сказать там и так далее, да? А когда ты говоришь пизда, он такой, блядь, нихуя себе он. Вот. Хотя, ну, какие-то могут, конечно, оскорбиться. И вот я считаю, это хорошее латиничное название, да? Лучше него, мне кажется, еще никто ничего не придумал. Напишите в комментариях, как вы считаете. Но есть еще модные варианты, да? Такие как там пельмень, да, вареник, сейчас это любят в мужской среде говорить. Вот, мне лично нравится еще второй вариант, это шмонька, да, такое тоже прикольное название, как считаете? Напишите в комментах, как вы называете эту дырку между ног, да, у женщин. Вот, ну, как вы называете где-то в какой-то переписке, да, и в обычной жизни, там, в общении с девушками или там со своими друзьями. Я лично со всеми говорю пизда. Охуя, что ли? Ну а как по-другому? Да, можно там говорить щель, дырка. Ну, свои варианты, короче, оставьте в комментариях. И вот как я лично считаю, что было бы адекватно, чтобы девушка как называла свою щель между ног, да, свою шмоньку. Вот, пизда? Нет, это, во-первых, мат, а я очень против мата из женских уст, да? Вот, ну и слишком это грубо, то есть, ну, а мне нравятся девушки женственные. Ну, может быть, нормально, если девушка говорит там пися, да, или там дырочка. Ну, вполне адекватно, вполне нормально. Вот, я считаю, что адекватно, самый лучший вариант, да, это вот такая девушка, если она вообще старается ее не называть. То есть она, во-первых, не превозносит, да, какое-то особое внимание, не наделяет особыми привилегиями свою часть тела, да, вот, то есть, ну, адекватное рассуждение у девушки, вот, и она старается вообще об этом не говорить, ну, ее не называть и как-то, ну, завуалированно и так далее, вот, так как девушка, значит, что скромная, да, вот, и такие вещи заставляют ее как-то смущаться, я вот лично обожаю, когда девушка смущается, но лучше этого, ну, практически ничего я не знаю в поведении девушек. И вот такая девушка достойна моего внимания. Так как она не как какая-то шлюха, да, которая молится на свою пиздень, дырень, и готова ее просто днями и ночами боготворить. То есть отношение должно быть просто обычное, ровное. И вот если ты видишь, что она там с трепетом, да, и с особой любовью там относится к своей писечке, да, то это, ну, пусть не звонок, да, какой-то серьезный, но такой вот маленький-маленький, но звоночек. Как вам такая тема? Пишите свои комментарии, что кто думает на этот счет. Ставьте лайки и дизлайки. Постараюсь выкладывать ролики. А у меня сейчас одна поездка в один город, потом в другой город, потом в третий город. Но роликов у меня очень много записанных, которые я еще записывал летом и так далее. Поэтому я буду монтировать, что-то уже смонтировано, я залил. Вот. Так что, ну, планы на канал определенные имеются. Вот, надеюсь, все вот эти вот отъезды, переживания, они все-таки не уведут все внимание с канала, что я перестану записывать. Так что я планирую. Вот, там еще будет кое-какой сюрприз. Ну, не знаю, насколько я это успею, не успею. Вот. Но следим дальше за роликами. Всем счастливо. Всем пока.